గౌరు బ్రహ్మానందే Все прошли, или еще кто-то еще остался с кэшем? Кришна, Кришна, Капак, давай я камеру поставлю сюда, а ты немножко принесу вот сюда ближе к нему, да? Чтобы больше с лица. На Райане вот, например, она говорит, где? На Райане, Сева. Today Сева. Ланч. Ланч Сева. Расскажите, что вы помните по теме «Существует ли Бог» с Танайской программы. Что, он существует? Я же просила вас подготавливаться к лекции. Я нашла, например, по поводу того, что существует ли душа в Боге. I remember from does soul exist. Я могу привести пример с Ньютоном. Нет, это про Бога как-то. А? Про мироздание. Ну, это и есть про Бога. Кто создал это и есть? She can give example with Newton. Есть еще другой человек, который помнит что-нибудь. Помните историю про саду в начале? Пригласили саду. Помним. На горе remember. She remember story about Sadhu. А вы помните что-нибудь еще, кроме по этой теме? She wants to look first. Почему, говорит, вы до сих пор не практиковали эти все темы? Там просто какая вера слабая у людей есть. Для того, чтобы наша санга увеличивалась, вам всем нужно проповедовать, каждому из вас. Это было указание нам от Махапрабху. Он поэтому посылал Нитянанду Прабху, Харидаса Такур, чтобы они ходили от дома к дому и рассказывали им об этом. Махапрабху хотел, чтобы его имя было в каждом городе, в каждой деревне. Как бы кому это исполнять, то придется. Вы все прошли только потому, что вам проповедовали, нас было, иначе бы вас тут не было. Как вы можете отплатить этот долг? Только тем, что вы будете другим об этом рассказывать, только там можно долг отплатить. Существует ли Бог? Вспоминайте продолжение того, что она будет говорить. У нас есть несколько видов веры, но эта вера очень слабая. Есть люди, которые родились в семье верующих, и они как бы, ну вот их приучили верить, они верят. Есть люди, которые верят из страха, им вот сказали, что если вы верить не будете, вы там, будет вот плохо вам очень сильно, там беды придут разные, они из-за этого верят. Вот. Но
Эта вера, она очень-очень слабая, и человек очень легко может от нее отказаться. Настоящая вера, она подтверждена шастрами, если и, ну, и знаниями. Если человек верит, есть у него такая вера подтвержденная, тогда эта вера, она уже ну, не исчезнет никуда, он ее не потеряет. И есть процесс определенный, как вот все, что мы узнаем, разные знания, учимся, например, там, в институтах, еще что-то, или, то здесь тоже то же самое с верой. Сознание мироздания, тоже есть книги, есть знания, где определенный процесс описан. Если ты будешь соблюдать, делать определенные действия, вот, то ты обязательно в конце как бы, ну, увидишь Господа. Вот. Он явится тебе, и ты, ну, это вот от точки А до точки Б дойти, как бы, соблюдая все принципы и условия, то ты обязательно увидишь Господа. Ну, вот, и про садху могу рассказать историю. В одной деревне, значит, люди, ну, вот, не знали, что им делать, как вот быть, вернее, они знали, что есть один садху, который очень верит в Бога, там молится, такой, что очень благоприятно с ним общаться. И они пригласили его к себе для того, чтобы он рассказал им о Боге. Вот. Он пришел к ним, собрались все люди, сели так, и он их спросил: «Вы верите в Бога?» Они все: «Поднимите руки, кто раз верит в Бога». Никто не поднял руки, все как-то испугались, просто думают, что там говорить, как, не знают. Вот, и он сказал: «Ну, если вы не верите в Бога, что я буду вам рассказывать?» Вот, и ушел. Ну, они, значит, подумали, что же делать-то, как бы, вот, надо что-то неправильно сделали. Они еще раз его позвали, опять собрались они все вместе, они уже все договорились, что когда он спросит, они поднимут руки. Вот, он, значит, опять их спрашивает: «Верите ли вы в Бога?» Они руки все подняли, да. «Ну, просто верите, значит, знаете, что вам рассказывать?» Вот. Они опять, значит, недоумение, что делать-то, как быть. Они опять его приглашают и договариваются уже, что половина поднимает руку, вторая половина не поднимает руку. Тогда он пришел опять их спросил: «Верите ли вы в Бога?» Ну, здесь одна половина подняла руки, вторая нет. Он сказал: «Ну вот пусть одни расскажут другим о Боге, все узнаете». Я пошел. Такая история. Вот, ну вот смысл, конечно, в том, что нужно все-таки, вот, когда ты веришь в Бога, действительно, нужно подтверждать это знаниями, нужно изучать Писание, изучать шастры, и тогда твоя вера будет крепкая, и тогда тебя никто не собьет с пути. Тогда ты сможешь легко ответить на все вопросы всем атеистам, неверующим и прочим. У меня этого еще пока нет на самом деле, но я хочу, ну, что это вот уверенность эту иметь. Ну, надеюсь. She said there are two kind of faith, very very weak faith and strong faith. And many people, they have weak faith only just by some tradition, family. And to make our faith strong, we have to know science of God. Otherwise, we will be never sure if He is really exists or not exists. And then she told story about the sadhu. Потом открывайте тетрадочку, посмотрите, что дальше мы написали. Ну, как известно, кто, поднимите руку, кто был, наверное, в прошлый раз на этой лекции. All these people, they heard this class. Ну, как известно, ученые выдвигают и до сих пор одну из теорий возникновения мира, это теория Большого Взрыва. Якобы когда-то произошел взрыв, и в результате этого взрыва образовалось огромное количество планет, и среди них вот наша Земля,
и потом в результате какого-то хаоса постепенно все каким-то образом в течение миллиардов лет упорядочилось и приобрело вот такие формы, которые оно имеет сейчас. То есть есть горы, деревья, животные, люди, которые тоже из каких-то там частиц собрались каким-то непонятным образом. И вот Ньютон, он долго тоже размышлял, ну, в принципе, как и все великие ученые, они многие размышляют и многие склоняются к тому, что все-таки за всем стоит Бог. И он попытался это доказать также своим друзьям, приверженцам этой точки зрения. Он пригласил Столяра и попросил его сделать модель мира. Но тот очень долго работал, я уж точно не помню, месяц или сколько он работал, выстрогал планетки, серединку, там солнышко, вокруг солнышка, там все это двигалось, планетки двигались. И Ньютон пригласил друзей. Друзья пришли, вау, какая красота, все двигается, все вокруг солнца, планеты крутятся. А кто это все сделал? А он говорит, да вот Столяр. Он говорит, вчера у меня, правильно, вчера у меня был большой взрыв, и в результате этого взрыва вот образовались все эти планеты, и все вот крутится. О, да что ты говоришь, как это так? Как это так, в результате такого большого взрыва у тебя и такая красота? Он говорит, ну а как вы доказываете и говорите, что в результате большого взрыва произошла вся вот эта вот система, и все планеты и звезды были созданы. И таким образом он своим друзьям показал, что если вот Столяр столько времени создавал вот такую вот, в принципе, очень простую систему, то какой должен быть великий разум, какая должна быть великая сила для того, чтобы создать на самом деле вот эту всю систему мироздания. Все, что сейчас было сказано, это было описано методы. Вы, пожалуйста, запоминайте все, что здесь говорится, потому что вы же все-таки приехали, 7 дней своей жизни потратили, деньги потратили, не нужно отсюда с пустыми руками уезжать. А сейчас было сказано, все, что сейчас было сказано, это были описаны методы познания, как люди пытаются познать этот мир, методы познания. То есть первый – это метод чувственного восприятия, второй был назван метод логического умозаключения. Логического умозаключения. Вот метод чувственного восприятия, он абсолютно не работает. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. То есть мы не можем видеть электричество, например. Мы не видим предмет за предметом, например, когда спрятан. Потом мы видим только 24 кадра в секунду, не более, и так далее. То есть много-много факторов показывают на то, что наши чувства несовершенны. И вот такой пример Махарадж приводил, значит, слепым дали слона и попросили писать, как он выглядит. И кто-то схватился за хвост, описал его как шнур. А кто-то за хобот сказал, что слон — это трубка. Кто-то трогал за
Ты умный еще сказал, что слон ты бочка. Вот это очень, это глупо описывать и пытаться понять мир через чувственное восприятие. И вот следующий метод, который люди пытаются пользоваться, это метод логического заключения. Это ученые, которые пытаются понять, строить какие-то догадки. Мы можем видеть, что книги, они постоянно переписываются. То есть детей учат на одно знание дают, а потом доказывают другое. И также теория Дарвина, она также не совершенна. Мы можем видеть, что ее до сих пор не доказали. То есть известный ученый Майкл Крэма, он в пух и прах просто разбил эту теорию, да? Вот. То есть, например, между видами нету середины, то есть не нашли между видами. Между человеком и животным это просто огромная-огромная бездна. Бездна сознания, потому что у животных оно на определенном уровне, и у людей совсем на другом уровне. И эта теория тоже так же не работает. То есть мы можем видеть просто несостоятельность всех наших ученых, всей нашей науки. Вот эти знания не работают. То есть эти методы не работают. Мы пытаемся на них опираться, но они к чему не приводят. И вот когда я это рассказываю людям, люди очень удивляются и говорят, а как же, что же делать? Я как пример еще хотел привести, Махараш рассказывал, очень интересный. Был симпозиум врачей, врачи собрались, и они обсуждали там свои какие-то вопросы, и вышли на перерыв в холл, и мимо проходил человек, он хромал. И каждый врач в своей области, он начал описывать, почему этот человек хромает, догадки свои строить. Значит, человек, врач, который занимался изучением, лечением крови, да, кровесосудистой, да, системы, он сделал предположение, что это что-то с кровью у него не так, там, закупорка или еще что-то, вот, с венами, там, и сообщил это предположение своим коллегам. А врач, который занимался, врач по мышцам, он предположил, что у этого человека что-то с мышцами не так. А врач, который невролог, он сказал, что, наверное, что-то с нервами, там, какие-то неполадки, какие-то сбои. И вот так вот они дискуссировали, спорили, в конце концов они решили, что нужно просто позвать этого человека и у него уточнить, что все-таки с ним происходит. Тогда они позвали его и спросили, простите, а что, вот почему вы хромаете? И человек ответил очень удивленно, я не хромаю, у меня просто тапочек порвался, и я вот так вот вытащил этот тапочек. Вот. И так же глупо и смешно выглядят наши ученые, потому что они пытаются своей логикой понять этот мир, который невозможно понять логикой. И вот когда я рассказываю это людям, люди действительно задумываются, они в таком недоумении, ну как же тогда понять этот мир? Но есть еще один метод познания истины. Этот метод логического умозаключения. Это нисходящий метод. Это знание, исходящее свыше, это шастры. Это то, что нам дал Господь. Это различные писания. То есть есть христианские писания различные, есть в исламе писания различные, есть веды. Веды дают полную информацию обо всем мире, обо всем творении, о Господе, о отношениях, о людях, то есть о живых существах. Полное, все полное знание. Вед очень много, они разбросаны по всей земле. И вот изучая эти веды, мы можем действительно понять, почему мы живем, для чего, кто такой Господь. И эти веды, они написаны в санскрите, но сейчас они переведены, и замечательные, да, учителя, которые приезжают к нам, они рассказывают нам эти веды, то есть донести вот это вот сокровенное знание. Руководство по пользованию. Это, да, веды — это руководство по пользованию. Это земля? Да, это Господь, да, как руководство по пользованию. Вот, например, там покупаем какую-то бытовую технику, к ней прилагается руководство, инструкция. И то же самое веда. Это такая же инструкция, такое же руководство. Подожди,
She told that three kind of instrument of knowledge, pratyaksha, numan, shabda, brahman, and she gave example, this funny example about the concilium of scientists who decide, oh, why he is laming, one person was laming, then and was and then she told that all this the only real trust reliable instrument of knowledge is Vedas and it is like a manual for their creation. Кто-нибудь вот. Харе Кришна. Я хочу рассказать про видение Бога. Как можно его как бы так увидеть. Да? В общем, один верующий встретил атеиста и спрашивает: ты веришь в Бога? Тот говорит: кого? Какого Бога? Как я могу его увидеть, если я его не вижу? Странно. Ну, у тебя же есть мозг, ты его не видишь. Но он же все-таки есть. Тот задумался, ну да, есть, наверное. Ну, тогда верующий говорит: ну, ты знаешь, что есть же еще другие звезды, которых мы не видим, но они все-таки есть. Их же как-то увидели же все-таки. Ну, для того, чтобы увидеть звезды, нужен определенный прибор, чтобы увидеть их. То есть это определенное зрение, которое созданы. Да? Ну, соглашается, да, действительно. Вот. Ну, также и можно обрести зрение, с помощью которого можно видеть Бога. Он такой: да, интересно. А где это зрение взять и как? Так вот, в шастрах описывается тот процесс, с помощью которого, если будешь следовать, то можно развить зрение. С помощью этого зрения можно увидеть Бога. Вот тогда спросил: а что это за процесс? Вот. И тогда верующий сказал: вот тебе Бхагавад-гита, да, читай. И он стал читать. Харе Кришна. There are two people, atheist, Nastiki and Bhakta, they meet together and they are atheist said that I don't believe in God because I cannot see him. And another said, oh, but you can't see also your brain, do you have brain? He said, oh, maybe I have. Then he said, we cannot see stars also, we need some special process to see, special vision to see. How we can get this vision? Here there is a Bhagavad Gita. Is there nobody? You can speak? Or they are left? Что еще подосталось там? Последним труднее всего было. А включи, пожалуйста, Макан. Сил нет у меня. Можно сидеть? В общем, про царя Акбара и про сына его. Да? Да, да, да. Ну, в общем, жил-был царь. И был у него прислуга. Министр, точно. Вот, и... Вставай, Игорь. Ладно. Вот, и однажды царь... Я плохо помню, но расскажу, как помню. Вот, жил-был он и подумал, что... А где же Бог? Что-то он не мог понять, где же Бог есть. И чем он вообще занимается. И решил он спросить этого министра и сказал, что если ты мне на следующий день, по-моему, не расскажешь, то все, можешь попрощаться с жизнью. Вот. Ну, и он пришел домой, расстроенный, печальный. Сын смотрит на него, говорит: отец, что с тобой? Он говорит: все, беда мне, сын, я умру завтра. Он такой: что случилось? Он говорит: ну вот, царь попросил меня ответить на такие сложные вопросы, я не знаю, что делать. Ну, и сын говорит: все, не переживай, завтра я все отвечу, все будет хорошо. Ну, ладно. Наступил следующий день. Пошли они к царю, вот, и министр говорит, что эти вопросы настолько простые, что даже мой маленький сын может на это ответить.
царь удивился, вот, и сын подходит и говорит: принесите мне 10 литров молока. Он сказал: да. Вот, ну, ему принесли молоко. Он говорит: царь, ты видишь в этом молоке ги? Он говорит: ну, конечно, нет. Он говорит: вот, чтобы увидеть здесь ги. А оно там есть? А, да-да-да. Он говорит: нет, ну, вообще оно есть, если получить его впоследствии там. Вот. В общем, он говорит: и Бог также, его невозможно увидеть своими глазами мирскими, нужно заниматься особенной практикой, и впоследствии ты сможешь его увидеть. Вот. А на вопрос, а, кстати, когда он пришел, они поменялись местами. По-моему, он говорит: давай я сяду на твое место и буду тебе рассказывать, потому что я буду сейчас в качестве гуру как бы тебе говорить. Вот. И он спросил, царь говорит: ну а чем же занимается Господь? И тогда сын ответил. А что он ответил? Да, он этим занимается. Ты вот, допустим, богатый, вот мы поменялись. Сейчас он занимается как бы поддержанием мироздания этого. Ну, в общем, давайте заниматься бхакти-йогой. И не знаю, чем занимается Бог. А еще, значит, я помню, что вот, допустим, приходит зима, лето, все сменяется, времена года. Не бывает же какого-то хаоса, что, допустим, наступило лето и резко наступила зима. Такого не бывает. Видимо, кто-то это все контролирует, видимо... Все под контролем. Видимо. Скорее всего. Да, нет, что вы. Ну, в общем, Бог есть. Арибол. She cannot find notebook, Интересно, говорит, у вас там целые йога-лекции, вы там чего проповедуете? Это же главная лекция. Вы, говорит, если вы эти лекции выучите, вам ведь так легко можно будет людям помогать. Ну а потом, если, например, ваш йог-то человек подойдет, скажет, а вообще как Бог-то есть или нет, докажите мне Бога. Вот вы ничего не ответите, все на вас просто рукой махнут. А иногда собственный ум тогда теряется вообще, что я делаю-то? Хорошо? А Килеш Прабху wants to speak. Я вспомнил тоже одну историю, слушал лекцию. Там, в общем, жил один царь, и у него был советник. И один прекрасный день у него разболелся палец. Что-то он там нарывал, он болит, он такой плачет, говорит: ну, есть ли Бог на свете? Нету, вот как он такое позволил, говорит, у меня все болит. И решил спросить совета у советника. Советник говорит: а ты, говорит, отрежешь, говорит, палец, и все будет хорошо. Да ты что такое говоришь, слушай, невозможно. Ну это Богу же угодно, будет хорошо, говорит. Ну ладно, говорит. Отрезал у него, в общем, палец. У него получилось, что он говорит, при состязаниях уже отрезанный палец. Да, у него что-то там отрезанный, да. И, в общем, он потом говорит: как ты такое говоришь, говорит, нельзя так. И, в общем, взял этого советника, спрятал в тюрьму. Закрыл его там, в темнице, и поехал в другой город. Едет он, в общем, на него напали разбойники, которые дороги поклонялись, говорит: о, какой бы это хороший царь, говорит, такой сильный, красивый, сейчас мы его это предложим и съедим там, все сделаем. А один разбойник увидел, говорит: о, так у него, говорит, изъян, он нам, говорит, не подойдет. Ну и отпустили его, он приходит, говорит: видишь, говорит, действительно, говорит, кажется, есть Бог, я, говорит, вот живой остался, меня, говорит, разбойники не съели, а тебе-то какая польза, говорит, сидишь, говорит, в тюрьме, а тут, говорит, ты как, говорит, какая, если бы я с вами поехал, они бы меня тоже съели. Поэтому, говорит, да, есть перед Бог. The story of King who got his finger when he was minister has okay, what I saw enough. Who is blind, they don't tell. Who is blind, they left. After somebody tells, somebody hears. Кто-нибудь может сказать вот то, что было недосказано. Маленький. Этот мир, мы уже говорили, что он очень многообразный. И
очень красивый, здесь всего-всего много. Смотри, ты что там еще не досказал. И все такое как бы, ну, типа взорвалось и получилось, да, как бы. Но на самом деле, когда ученые начали разбираться, допустим, с тем же животным миром, миром птиц, и очень много животных и птиц с странными повадками. Просто реально как бы повадки этих животных и птиц вообще непонятные. Живут некоторые без кислорода, некоторые в темноте, некоторые танцуют при грозе, размножаются слезами, скажем так, процесс размножения. Эти вопросы виснут в пустоте. А на самом деле все просто, и Шастра все это объясняет. In front of rainbows when coming. Why crow live a very long life? Why this, why that? Why peacocks, they children, they become pregnant, the people become frontier as well. Why like this? So the science, you know, can never give answers for this. But if you will see Vedas, that everything described there, like the peacocks that took blessings from Indra, the crow took blessings from Yamaraj. Therefore, we just need to read, to study Vedas, and then all answers are there. Okay, and the special man has just here, whose past is everybody here, can try and learn them, because maybe doing some more help. Махарадж говорит, чтобы вы еще, кроме этого, еще и эти лекции изучали, они очень сильно помогут. У вас записи есть их? Нет. Меня как бы не любят. Когда в Городецке врачи организовали забастовку, и там врачи требовали ли до сих пор прочитать не удалось. Лучше хотят. Так и я записал, прочитать не может. In this class, if there, I want everyone one nice teacher, you know. In this class, such a class, if there one very educated person, not everybody educated. Before one, I need to tell you how it works. Easily there, accept people. But now, social is more educated person. If you tell it, not give them nicely example and some logic, scientific, not understand. Махарадж говорит, будет проповедоваться все сложнее и сложнее, потому что будет все больше приходить атеистов. И поэтому для того, чтобы быть готовым к этому, вам нужно всегда иметь самые точные, самые очевидные ответы для этих людей. Это вот данные ответы. Они почему будут приемлемы людьми? Потому что они на основе логики делают все очевидным. Yes. То есть логики-то люди верят, а тут на основе логики, на основе обычной очевидной мудрости, как бы благоразумности, становится все понятно. Это очень именно поэтому вот эти примеры так они ценны. Yes. So, like this one, if one goes to preaching, somewhere they are telling somebody else. How they are telling, oh, Krishna, do this, everyone is listening.
Если вы поедете в какое-то место, проповедовать людям, будете рассказывать им Лила о Кришне, вас мало кто будет слушать вообще. Кто такой Кришна? But this class, for you know, this class, you know, such a class could be educated person. When they are give these classes, everybody listen to the article in here, they are true. А если вы будете вот и по этим лекциям рассказывать, то люди образованные, они будут вас слушать с живым интересом, и все будут соглашаться с этим. Это то, что нужно вначале. В Бомбее вот на основании вот этих лекций идет очень широкая проповедь, где множество образованных людей по университетам привлекаются. У Инду Мати, она выложит в интернет эти лекции, которые были там на Танае. Законспектируйте, чтобы они у вас были, заучите. Только у меня нету, да? На ВКонтакте видео. Там Багава там, я не видела там утренние лекции. They said, I said there are audio classes, they were put on the internet. They said already video classes are available on internet. For everyone. Он говорит, ну да, говорит, для всех, говорит, выложено, ничего не знают. Вопрос о том, что есть теория о том, что все произошло из взрыва. Мы, короче, приводим несколько примеров. Вот один из них. То, что в последнее время наука очень активно изучает строение мелких частиц, в том числе строение клетки. И вот и концепция атеизма при этом она меняется. Потому что чем больше люди изучают строение клетки, тем больше они понимают, что никакой взрыв то есть не мог сотворить такое, потому что клетка, она по самому строению сложнее, чем какой-нибудь крупный мегаполис, Красноярск или Москва. Вот. Плюс еще Махарадж говорил о том, что существует идеальная регенерация. Ну, например, если у нас сломалась машина, вот, она сама не сделается. То есть мы должны поехать в автосервис, и там ее сделают нам. А если мы порезались, допустим, какой-то не сильный порез, все зарастает само собой. То есть получается, нам, собственно, особо никуда ходить не надо. Вот. Про законы. Еще приводился пример о том, например, чтобы построить вот даже вот этот вот дом, где мы сейчас находимся. Для того, чтобы его построить, нужно было технику пригнать, огромное количество людей, должны были архитекторы придумать сначала сам план вот этого строения, начертить чертежи, потом заказать различные строительные материалы, потом люди приехали, вот это все выкопали, построили там и так далее. То есть, чтобы даже вот такое как бы простое строение, чтобы построить, и то нужно было сколько задействовать, и интеллект, и физические силы, то есть энергию нужно было задействовать. А что говорить вообще о том сложном строении мира, о тех планетах, о тех галактиках, которые существуют, и где все движется по строго определенным законам, то есть за этим явно стоит большой интеллект и огромная энергия. Еще Махарадж приводил такой пример, вот он говорил, возьмите Россию, ну или любую другую страну. Здесь много городов, здесь много деревень,
И для того, чтобы все каким-то образом было упорядочено, существуют законы. Существует общий закон для всей страны, существуют законы, которые принимают в каждом городе, потом подзаконы различные, которые принимаются, да, допустим, там в небольших деревнях какие-то, определенные регламенты, которые регулируют эту жизнь в России. Если мы посмотрим на все мироздание, то ясно можно проследить, что за всем за этим тоже стоят определенные законы. То есть вот приводился уже пример со сменой времен года. Точно так же понятно, что просто так, откуда ни возьмись, вот это не могло все, вернее, оно не может все существовать само по себе. За всем за этим должен стоять какой-то закон. А раз должен стоять закон, значит, за этим законом должен стоять кто-то, кто создает этот закон. И кто поддерживает. И кто поддерживает, и кто следит за тем, чтобы этот закон действовал, выполнялся и... Единственное, это безусловно, что единственная вот эта сила, это, конечно, Бог. Бог, который является первопричиной всего, который является создателем этого всего, который поддерживает все и в нужный момент это все разрушает. Older, like last time you gave example about Russia, there are many cities, villages in Russia, that if it will be for the order, laws necessary, government laws, municipality laws, like village laws. So if there are laws, there must be something lawgiver. So in this universe, so many laws, laws of physics, like laws of mathematics, all other laws. So it must be somebody who gave these laws and who controls this performance of these laws. Okay, thank you. В лекциях мы еще упоминали о клинической смерти. То есть достаточно просто человеку доказать, что при клинической смерти получается такой момент, что человек начинает видеть себя извне, да, то есть видит свое тело, он видит, как врачи там, например, что-то делают, там какую-то операцию, что-то там, искусственное дыхание, что угодно, да, и в этот момент эта душа в тонком теле, она может летать, она может залетать в соседние помещения, видеть, какие предметы там находятся. И есть очень много свидетельств тому, что этот человек, который попал в клинической смерти, он никогда не находился в том помещении, и потом, когда он уходил из этого состояния, он мог описывать, что происходило, что делали те-то люди, что эти делали. И когда человек начинает понимать, то есть задача проповедника – это раскачать вот это материальное сознание, вывести из того, что мы не это тело, что это тело – это машина, которую нам дали, эту машину мы используем для того, чтобы наслаждать свои чувства. Оно говорит о том, что мы не Бог, мы, то есть логически можем доказать, что мы не это тело сначала, да, то есть логика дальше идет, что мы что-то большее, да, то есть наше сознание более тонкое, и мы можем что-то видеть больше, да. И также очень много предсказателей было, да, в современности, и, например, один из них, это Эдвард Кейси, это американский, скажем так, тот, кто предсказывал будущее, и также он излечил очень многих пациентов своих, он
входил в определенный транс, и тот больной, который был у него на приеме, он четко оговорил, что ему надо принять, какое лекарство, чтобы это помогло. И даже американские ученые, профессора, доктора, они приняли его, и официально был документ, что под руководством какого-то доктора он может вот этот, вести вот эту диагностику, потому что эта диагностика работала 100%, но написано несколько книг по этому поводу. И также он отвечал на многие вопросы, касались будущего, да, то есть он предсказал, когда там закончится Вторая мировая война, он даже не дожил несколько месяцев до этого момента, и очень много других предсказаний, когда действительно эти предсказания сбывались, был очень большой ажиотаж на эти книги, то есть у людей появился интерес, и там тоже много описывалось именно о том, что мы действительно не это тело, а душа, и вот... Но об этом он спросит в следующий раз. Хорошо, Харе Кришна. He told that we are not this body, we are soul. So we, if we explain this to people, then the we will cause that they will start thinking at least. Okay, Hare Krishna. Tomorrow, during the last year classes, yesterday they are trying to prepare who am I. Вот завтра как раз Махарадж будет спрашивать о том, что такое, кто мы по лекции, по следующей лекции. Now you can try listening. This is Bhakti Rasamrita Sindhu and Bindu. There are 64 kind of limbs of Bhakti. You are already listening something. Now what is the left I try to listen this. Мы продолжаем слушать лекцию с Бхакти Расамрита Синдху Бинду о видах Бхакти. Okay, now 1 minute kirtan, okay? Еще киртан на минутку. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, bolo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, bolo. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Bola Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Bola Hare Rama 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 Hare Hare Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bola Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari 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 Hari
saints, you know. Our who is the before is the saints, what they are keep the rule and regulation of the spiritual life. Everything to prepare science. Он говорит, наша бхакти это наука, вы уже слышали об этом. И наши мудрецы, то, что нам просили делать, из чего наша бхакти складывается, это глубокая наука. Yeah, then anyway, don't think, oh, they're coming clapping, kartal, mridang, what is this? Well, no, they're proper science. They are. Не думайте, что это такое просто баловство, или от нее хотят делать, хлопать в ладоши или играть на мриданге. And this kartal sound, you know, this is the brain, they're very peaceful, happiness. And this mridang, you know, they are playing this mridang. This is not ordinary thing, they're made by this, you know, this is the skin made by cow. You know, cow is the mother, you know. She all kind of, there are so many medicines, so many good things they are. Он говорит, вот, например, караталы, они очищают, пробуждают нашу душу, будоражат нашу душу. Мариданки, она сделана из кожи коровы. Она, как мать, нам всегда дает добро. Она очень полезна, как бы, для нас, для духовной жизни, помогает нам. Yeah, you know, our India, you know, if somebody some ghost, very bad thing, you play mridang, they cannot stay unless until who is, how far going the sound of this mridang, any kind of ghost, any bad thing, the move there. В Индии, например, знаю, что если там, где играет мриданга, ровно на радиусе слышимости этого мриданги, никакие духи, никакая нечисть беспокоить не будет. Yeah, то место очищается. You saw any, who is house, you know, some very inauspicious, very disturbed, and so many bad things there. You play mridang kartal, you can saw complete, make pure this place. Never if some inauspicious move there. Говорит, это можно проверить в любом случае, даже если есть какое-то место очень нечистое, то есть там оно нечисто в этом ментальном сфере. То если вы принесете туда караталы и мриданги будете играть, все это дурное влияние закончится. Вас никто не будет беспокоить там. Once our Gurudev and your Param Gurudev, Bhavan Goswami Maharaj, once he went to preaching some village, you know, they are very old house, they are staying very, very dangerous ghost. Anybody cannot stay this house. What happened when they are go preaching, they are what happened, so nobody there stay. They are sadhu, they are doing bhajan. Now they are asking, oh, I stay this village doing preaching and placement. They are giving, yes, you can stay this place. They are giving their place there. Однажды Парам Гурудев с Гурудевом были на проповеди и остановились в какой-то деревне, в котором был как раз такой дом. Это был старый заброшенный дом, в котором все боялись проходить возле него рядом, потому что там духи эти мучили. И когда они там нужно было им переночевать, они подумали, ну вот саду с ними справятся, в общем. Он говорит, где можем переночевать? Идите, говорит ему, идите-ка вон в тот дом, говорит, отправили их туда. And when they are go to sleep, what happening? This ghost now manifested. Sometimes take form of horse. You know, when he is walking, this coming, you know, sometimes take the form of elephant, sometimes throwing something, you know, very starting when they try to sleep, because hard noise come. Then your Param Gurudev understands the house not good, some ghost stay there, feeling your Gurudev Pavana, you sit down and play mridang kartal, just try to sing mridang kartal. And playing mridang kartal, then he saw a big sound, somebody fell down, and coming one nice, oh sadhu, today I am become liberated for your mercy, you are playing mridang kartal, harinam, listen, my liberated, very blunt, I am suffering the this is ghost body. Ванагасай Махарадж и Парам Гурудев. Yeah, and our Maharaj. Да, трое там было. Ванагасай Махарадж, Шила Гурудев и Парам Гурудев. И когда они только уже заснули, проснулись от того, от какого-то ужасного звука, как будто на них набегала огромная лошадь с копытами. Потом это все это видение исчезло, потом появляется какой-то огромный свирепый слон, который хочет их растоптать. Потом вдруг что-то падающее было вокруг. И Парам Гурудев сразу понял о том, что этот дом нечистый тут. Он велел Ванагасай Махараджу Гурудеву играть на мриданге, на караталах. Они делали киртаны. И через некоторое время просто все затихло, и как будто что-то упало тяжелое. И потом перед ним появилась
перед ней появилось это создание, это, которое сказало: спасибо вам, о саду, вы меня освободили сегодня, я так долго здесь мучился, вот, но теперь вот по вашей милости я получил освобождение. Yeah, so yeah, everything proper science, you know, like this room you are doing kirtan, harinam, bhajan. Now this place completely pure, you know, pure. So Bhagavad telling whole Holy River is present there, where Hari Katha going, not Holy River, all demigod, all rishis, all holy tirtha there came, sit down listening Hari Katha. Мы не можем видеть подобное, наше зрение очень ограничено, несовершенно. Вот, говорит, например, то, что мы сидим здесь, и здесь идет Харикатха, это место настолько чистое, что в нем присутствуют, здесь уже все качества всех священных рет находятся, все полубоги здесь присутствуют, Риши и Муни. Yeah, so they're, you know, they're keep to, you know, clapping, you know, they're telling, when Harikatha going, we are clapping. Before we were told that sometimes you are our life, sometimes you are suffering, so much suffering. Why is our some bad line, and some bad line, you know, this line. So when you are do kirtan, and when you are chanting, and when you are clapping, what happening? Why you are clapping for Harikirtan? Mm-hmm. Sometimes you are telling, oh, do some glories. You know, clapping some glories. But what is going here? Well, Krishna's glories, Krishna's kirtan. You know, if you are clapping, your this gives a bad life, it becomes changed. И вот тут как раз вот я скажу к этому. Поэтому в Индии они приглашают саду к себе домой, чтобы делать эти программы. Потому что когда идут киртаны, приходят все полубоги, приходит Лакшми, все, и в доме становится полное благополучие. Поэтому все наши, они делают эти, преданных себе приглашают домой и делают эти хаус-программы. Вот. А Махарадж говорит про аплодисменты. Говорит, когда мы хлопаем в ладоши, это значит, мы кому-то аплодируем и кем-то восхищаемся. Это определенный вид служения. Но обычно в миру мы кем-то там восхищаемся. А если мы при киртане хлопаем, это значит, мы восхищаемся Кришной. И именно так это как служение бхакти воспринимается соответствующим результатом. И от этого будут меняться даже ваши плохие линии на руках. Yeah, before kirtan you look, and after kirtan clapping, after kirtan you must, because some line become changed there. Сравните свои линии, говорит, до и после киртана, до и после бхакти. Вы видите разницу? Yeah. Тогда бы не было тут никого. So everybody clapping, okay? Всем хлопать. Бола Хари Кришна, Хари Кришна. Krishna Hari Hari Bola Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Bola Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Bola Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Bola Hari Krishna Hari Krishna
Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yastadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Sri Gauru Bhakta Vrindavula Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. You can give your baby. No, they are chocolate. The opening. Oh, Hare Krishna. Before you heard, you know, there are 64 kind limbs of bhakti. So now coming 11 limbs of bhakti. This is the asadhu sangatyag. He telling you must be care about this thing. How this sadhu sangha is so strong, asadhu sangha also so much strong is the asadhu sangha. You know, so be care. So before, you know, before maybe many time tell this past time how once hunter he one only one nest he catch two parrot and one parrot anyhow go to sadhu anyhow go to some dakait who is the thief. Once some king going hunting and he saw he have so much thirsty. Now he's searching water went to where the thieves they are staying. When says some front side one parrot. He's shouting, maro, maro, kato, kato, killed, nonsense, idiot, you know, beat him, cast him. Ale, parrot telling like this, nonsense, idiot. He understand, maybe he's the household of a bad person. He run, he went to searching against another, they are some parrot. When he welcome, Radhe Radhe, Hare Krishna, Swagatam, sit down, drinking cool water. Ale, this parrot telling very nice word. Yeah. Then he's very surprised. Then when go there, came one very nice sadhu. He telling, oh, Hare Krishna, Radhe Radhe, sit down, drinking cool water. And he telling, very sweet, sweet Harikatha. You saw how he's the different associates. How the powerful the associates completely change. Are you understand? Yeah, I understand. You can speak? What вы рассказываете? Ничего тут смеяться, по ходу дела. Ну ничего, ничего. Давайте. Okay, now you can tell. Come here. Идите туда. Давайте, Камала Кришна Прабху. Не стесняйтесь, вы что как девушка-то? Quickly. Сейчас Махарадж рассказывал о могуществе силы Садху Санги. Вот история очень известна про попугайчика. Он говорит, что один попугайчик, два попугая. Первый попугай Махарадж описывал, он говорил очень дурные вещи. Идиот, болван, негодяй и всякие другие очень плохие, бранные слова постоянно из его уст исходили. Вот. А второй попугайчик, он говорил, рады, рады, говорит, пожалуйста, присаживайтесь, свагатам, добро пожаловать, вот вам прохладная водичка, говорит, проходите, вот место для сидения. Как так удивительно. Одна природа, они оба попугаи, но то общение, которое они получают, имеет очень большое могущество. То есть один общался с чистым саду, который постоянно погружен как бы в харикатху, в харибанджан, а второй имел очень дурной образ жизни. Не попугайчик, а там, где он жил. Вот. И тем самым эта история вкратце описывает могущество Садху Санги. То есть, если мы общаемся со святыми, наше сознание станет таким же. Если мы общаемся с дурными людьми, то мы привлечем их наклонности и намерения. Харибо. Итали? Было два попугайчика, два брата. И так получилось, что они улетели из клетки. Один попал к вору в дом, а другой попал к саду. И когда однажды царь заблудился в лесу, он подошел сначала к одному дому и увидел эту попугая на воротах, который стал кричать: «Убить! Убить! Связать! Связать! Замочить! Замочить!» Царь понял, что он попал не туда, куда нужно. Поэтому он быстренько оттуда ушел, пришел к другому дому, а там попугай сидит на дверях и говорит: «Заходите, заходите, дорогой, садитесь, пожалуйста, хотите ли вы попить у нас замечательная прохладная вода?»
Царь понял, что туда, куда нужно, попал. Мы говорим об 11-й анге Бхакти, который называется Асад Санга. Махарадж говорит, точно так же, как Саду Санга могущественно, точно так же могущественно и Асад Санга. Два попугайчика были совершенно одинаковые в начале, братья, с одного выводка. И тем не менее, они стали совершенно разными. Когда царь вошел в дом, то его принял Саду, который произнес те же самые слова. То есть очень важно хранить себя подальше от Асад Санги, от дурного, вредного общения. Yeah, you can. Sadhu is the fruit. You are came to associate of sadhu. Now what telling? You are chanting Hare Krishna Mahamantra. Mm-hmm. Doing bhajan, bhakti. This is the, you know, this is the fruit of association of sadhu. But you saw who in that association of sadhu, now they are sitting, looking movie, drinking alcohol, and doing some glamlik, doing so many nonsense things they are doing. But you are come to associate of sadhu. What are you doing? Listening Harikatha. It is associated by Sinavas. Doing bhajan. Вот, говорит, посмотрите сами на свою жизнь. Из-за того, что вы, у вас была сатсанга, то благодаря этому вы живете чистым образом жизни. Посмотрите, как другие люди живут, чем они живут и чем наслаждаются. Какую грязь они смотрят по телевизорам, какую грязь они кушают и так далее и тому подобное. Yeah, so this is the, so telling, so you are be very careful, asadhu sangha. You are always try, but sometime what happening, you are staying this material world, mostly you are not there sadhu, mostly you are go outside, you can meet to the asadhu, everybody asadhu, then what can I do? So Sriman Chaitanya Mahaprabhu gave example, you know, this gave example when Sanatana Goswami sent this letter to Mahaprabhu. Mahaprabhu, I am the minister of this whole world, you know, this is big kingdom, so you know, necessary to I can behavior to everybody. What can I do? How can I do bhajan? Then Mahaprabhu sent one letter, you know, write one this slok, you know, like this one lady is doing some love to some man, but now he see to marriage to husband. Now, but who is before the marriage? Now so much attacked there, now there. Now, but he sang this husband, you know, why marriage sang to husband outside, how much doing service, doing more service. Why this husband not understand? Beating to husband. So outside, but always this mind it 1 second in that this husband, always thinking this man who for the marriage, thinking like this, who is your proper husband, proper, this is a Krishna, you love to Krishna, but now you are staying this material world, doing some work, so something, but only outside can do thing, but completely inside our whole energy can give to Krishna, not any else. Говорит, но дело в том, что вы же, говорит, все мы не живете образом саду, вам всем приходится идти на работу, зарабатывать деньги, а там все асад санга, все попадают под эту категорию, как же тогда защитить себя? Например, Санатан Госвами Пад, когда прислал письмо Махапрабху и признавался в том, что ему очень сложно находиться на его высоком посту министра и общаться с этими материалистами. Тогда Махапрабху ответил ему, ты должен жить как та женщина, которая, имея мужа, любит своего возлюбленного. Она из-за того, чтобы ее не заподозрили, в том, что она любит кого-то другого, она еще будет служить своему мужу гораздо больше, чем если бы этого не было, чтобы он даже не подумал об этом. Иначе, говорит, Махарадж говорит, иначе бить будет. Вот мы должны уподобиться такой женщине. Несмотря на то, что мы должны в совершенстве выполнять все наши обязанности в миру, если нам нужно работать, нам нужно работать, нужно общаться, пересекаться с людьми, нам нужно проповедовать. Но это должны быть формальные взаимоотношения. Это не должны быть вы на уровне друга, чтобы принимать это в себя сердце, не принимать их умонастроение, их желания, их привычки. А сердце свое дать Кришне, он нас вечный муж, и таким образом наша бхакти будет только усиливаться. Yeah. So you can be careful. Like this, who is not devotee. You can, you know, the Bhaktivinoda Thakur writing this kirtan, when you look some devotees, and when you're talking with him from this heart, you know, why he is our life and soul, they are Vaishnavas, devotee, you know, that everything is the Vaishnavas.
from her you can meet to them, doing behavior with them. But when not devotee, not devotee, but from them you can do behavior, not from the her, only outside. How are you? Okay, everything is okay. But anyhow, try to neglect to them, mm-hmm. not complete observe to them, never, mm-hmm. no. Mm-hmm. Then asat sangha. Он говорит, Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет о том, как уберечься от сатсанги. Если вы разговариваете с преданным, то вы разговариваете с ним из сердца, из глубины сердца. То есть вы делитесь тем, что у вас на сердце. И принимаете то, что он вам говорит. Это общение с преданным. А если перед вами не преданный, если он враждебен к этому, если он не хочет как бы это совершенно, будьте очень осторожны. Когда вы общаетесь с таким человеком, это должно быть только на уровне формальности, типа «как дела? Хорошо, замечательно, как семья? Ну, еще лучше». Не нужно перенимать его образ жизни, не нужно стараться перенимать его сознание, чтобы держаться от этого, держать свое сознание дальше от него. Хорошо. So here then telling 12 limbs of bhakti, telling bahu shishya karana tyag, telling so many, not making some so many disciples, so many. You know what happening? If they are not complete faith, they are not doing proper bhajan, if there are so many materialist person, what happening? They are coming to you telling so many this material thing. Then what happened? Your bhajan also go uh-huh. down. So when my disciple look to them. Очень полезное, следующий 12-й вид бхакти, анга бхакти, для проповедников очень полезное. Когда вы проповедуете людям, когда вы кому-то помогаете своим своим подопечным, если у вас будет много подопечных, то естественным образом, когда они будут приходить к вам, вываливать на вас все это мирское, все свои эти проблемы, все свою материальную погруженность, вы волей-неволей во все это будете поглощаться, и вы просто не вытянете это. Вы не сможете совершать свой баджан, вы можете потерять свою силу. Поэтому 12-м Рупа Госвами советует, не нужно много учеников. Вот это все зависит от силы того, кто это может потянуть. And 13, this is the Bahuarambharatyag. You know, Bahuarambharatyag, meaning, you not make such a very big festival where your bhakti, you know, always completely observed there. You doing such a thing where easily can do this thing and your bhajan also nicely going. Далее Шрупа Госвами советует, когда проводите большие мероприятия, большие организационные программы, вы тоже должны опираться на понимание того, сколько вы можете потянуть. О том, что не нужно делать чрезмерное больше своих усилий мероприятия, чтобы при этом не потерять свой баджан. У нас много российских фестивалей было, и потом после этого преданные просто исчезали, не потянув все это. Нужно делать так, чтобы при этом ты смог продолжать свой баджан. Yeah, like this, some, you know, like if somebody where Gurudev or Maharaj, they are Navadvip Parikrama, big Parikrama they are, you know, and when Janmashtami there be big, you know, Janmashtami they are arranging there, so many people coming. If very nicely you can arrange to this thing, very nicely going and Harikatha, Bhajan, everything is okay, without, you know, if some impossible sometime what happening, they completely himself, they are completely observed very difficult to imagine. Uh-huh. Говорит, вот, например, если когда у нас проходят большие праздники в Навадвипе, во Врадже, то есть люди, которые способны это все сделать. Если какой-то человек просто из энтузиазма решит все это сделать, вложиться там, а у него для этого качеств, например, не хватит, или он слишком преувеличил свои возможности, то он может просто потеряться, расстроиться, разочароваться. И... And sometimes Vaishnavas, they are very, very kindness person. Very, very kindness person. Like your Param Gurudev, you know, they are taking so many people to Badrika Ashram, Haridwar, and so many places they going there. And Vaman Goswami Maharaj told, I am carrying this bedding by my head. Your Gurudev also, my all here is that.
penis, you know. I have carried there, everybody bear, you know, when go one place, another one month, they are going to Charidham, they are South India, telling carry the head, my head, carry sometime bedding, one going to Dharmasala, there are some very old person carry. So they are sometime your Guru Varga, they are very merciful person. They are trying to help to them the spiritual life, you know. The spiritual life, they are came to, anyhow come the spiritual bhakti. If doing, taking some places, they are coming to bhakti, listening to Hari Katha, slowly they are doing bhajan. Our Guru Varga also doing lot of vargals for them. And instruction, what is the instruction? This is the instruction sometime by Vaishnavas. You know, feeling himself doing very hard work for some living entity. Why? Anyhow, they are coming to the spiritual life. Безусловно, все вайшнавы, они очень мягки по своей природе. У них очень мягкое сердце. Это можно видеть как бы у нашей Гуру Варги о том, сколько для того, чтобы помочь людям, на какие иногда усилия, лишения они готовы и делают, если видят у интереса какой-то человек бхакти к баджану, как говорит, как вот Парам Гурудев, он водил людей в Бадрикашрам и все эти Бхаманы Махарадж, они несли на себе столько все этих тяжестей для того, чтобы людям хоть как-то помочь развиваться в их баджане. Yeah, so you can see Брадмандала Парикрама. Now, there Premanda Prabhu also doing so much hard, himself cooking, heart going, not going, looking there, why they are doing this thing? Or anyhow, some jeev came to the spiritual life, doing bhajan anyhow. Почему, говорит, вот тут на Враджамандале Парикраме, когда Премананда Прабху готовит и управляет на кухне, почему он дает так много своего личного общения, кажет всем этим людям? Потому что он тем самым, он хочет помочь каждому в бхакти, в баджане. Yeah, so sometimes myself also, when comes a guest, I am cooking, feeding prasad, doing so many things, they are all doing something. Тоже иногда, когда, например, гости какие-то приезжают, я сам иду на кухню для них, готовлю еще что-то. Все для чего? Ради того, чтобы дать особое внимание, чтобы человек, благодаря которому человек начнет совершать свой баджан. Yeah, now Vishakha Didi also doing so much. Vishakha Didi говорит, сколько она... Сколько она сейчас помогает людям в Мадуре, Кадиди? Yeah, this is the part, you know, they are doing for everybody came the spiritual life because some benefit, this bhakti. То есть их намерение это чисто делают для блага людей, для того, чтобы люди смогли совершать свой баджан. Yeah, so this is 13 they are shastra is a bahu shastra vyakhya vivaditya. You know, telling, you cannot read to so many scriptures, meaning, you can read what is the favorable of this bhakti, this is the okay. Without somebody, you know, some nature, that are reading this scripture, there, no, there will become bewildered. Who is the only favorable this bhakti, only read this scripture, without no need. Rupa Goswami тоже советует для того, чтобы мы не читали все, что перед нами предлагают, рекомендуют или куда падает наш взгляд, а выбирали для чтения, изучения на свое время только на то, на те писания, которые связаны с бхакти. And 15 bhakti anga is the vyavaharami kripana tatya. This meaning, you know, Krishna, if you gave something me, wealth, you gave, so necessary by this wealth, why this wealth is the Lakshmi. Lakshmi is not our Lakshmi, Lakshmi is the Krishna's Lakshmi, main Lakshmi is Srimati Radha Rani. He can proper way use this seva. Proper way. 15 наставление, 15 объяснение Рупа Госвами о бхакти, это в том, что те средства, которые нам приходят по жизни, их нужно задействовать в служении Гари Гуру Вайшнавов, потому что эти средства – это сама Лакшми, это сама энергия Бога, она для него предназначена. Yeah, if you give some, okay, Krishna give everything me, you know, everything, wealth, everything gave, Krishna gave to me, okay, but even doing Krishna's seva, that time, you know, very, very, there are some miser like this person used there, but for oneself, put nice cloth, dress, eating nicely. But Krishna seva, you are not doing this. Well, no, this is not good. Неправильно. Krishna what he gave, you know, Krishna what he gave, your
this is the your capacity for Krishna, the nice decorate, nice offering prasad, make Krishna for garland. You know Krishna what you gave. What is the, your situation like this? You can do this. If you know, okay. If you, yes, as like you can do seva. Maharaj говорит, каждый должен смотреть по своей ситуации. Например, неправильно поступать, если, например, у вас есть средства, но вы каким-то образом боитесь, что-то припасаете, а для служения Кришне ничего не даете. Нужно, если вы в дорогой одежде ходите, почему у вас, например, божества или для служения там очень обшорка на одежде? Но я хочу тогда то же самое добавить к вайшнавам. Если вы в хорошей дорогой одежде ходите, почему бы как бы не это? Нет. В общем, хорошо не понимает русский язык. Только если денег нету, то, естественно, это ничего. Но если деньги есть, то их не оставлять их себе, не использовать на Кришну, это ошибка будет, Рупа Госвами говорит. Yeah, so krodhadite, not doing so much angry, and always not weeping, I am very unhappy, always not weeping, not doing so much krodha also. Также ошибка является постоянно жаловаться на свою жизнь, о том, что вот у тебя такая несчастная жизнь, у тебя это не получается, у тебя вот это стенание, жалобы, поиск виноватого или, например, гнев на кого-то, гнев на себя, на свою жизнь, это все является ошибкой. Yeah, certainly there 70 ranga is the you can don't criticize to any demigod and demigoddess. 17-м Рупа Госвами говорит, никогда не осуждайте полубогов и полубогинь. Like this you are worship to Krishna. Yeah, all demigod and demigoddess, they are Krishna's servant. Everybody, they are Krishna's servant. And Krishna, he gave to one duty, you know, one duty. So you are think like this, they are everybody Vaishnavas. So you are not criticized and not neglect also them. Вы, так как вы поклоняетесь Кришне, вы должны прекрасно понимать о том, что Кришна им дал их положение, их посты, для того, чтобы те осуществляли свою работу. Если мы что-то не понимаем в их деятельности, не нужно никогда осуждать вышестоящих. Как мы стараемся служить Кришне Вайшнаве, так же они стараются служить Кришне Вайшнаве на своем положении. Telling Prani Matru Udvagana, we are thinking every living entity Jivar Swarupa Krishna Nityadas. Every living entity, they are Krishna's internal servant. So, no, don't try to give to anybody any problem, any... И нужно развить в себе отношение к тому, что каждый перед вами – это вечный слуга Кришны. И поэтому не нужно никому не причинять насилие и вред. Yeah, so there are 16 limbs of bhakti, this is 19... Limbs of bhakti is the telling seva parad and nama parad. Necessary can do be care about seva parad and nama parad. And seva parad is there 32 kind of seva parad, nama parad 10 kind of parad. After you can listen to this. И всем нужно знать 32 вида сева парадхи и 10 видов нама парадхи для того, чтобы не совершать это. Yeah, and 20 is the guru Krishna bhakta ninda sahanatya. If somebody criticized Gurudev, some Krishna and devotee, and you are also listening, yeah? Well, no, this is listening, this is not a good thing. If some power, if some power you try, this by argument, cut this all philosophy. If you are not this thing, cut either ear, put this finger and left that place. Рупа Госвами говорит, если в присутствии вас оскорбляют Хари, Гуру и Вайшнавов, вам надо либо сразу остановить это, либо это остановить сразу, либо переубедить, доказать, что это не так. Либо, если вы на это не способны, то просто заткнуть себе уши, не слышать это. Нельзя это слушать. Что с микрофоном? Вайшнава Чинна Харе.
Haribol Hare Krishna. Today Vaishnava Chinna Dharan. This meaning you are put this tilak, you know, tilak. You must, they are necessary, can must put this tilak. Rupa Goswami в следующем говорит, чтобы всегда были с тилаком. Yeah, there's tilak. You know, sometimes I saw, oh, this devotee is not put this tilak. This is the mala, kanti mala. Tilak chanting this holy name, this Vaishnava dress, you know, like this Vaishnava dress, necessary you can put this thing, everything. Ну, я иногда вижу о том, что вайшнавы не ставят тилаку, не носят кантималы, не носят вайшнавскую одежду. Это очень важно делать. Yeah, so before I told, you know, this tilak, you must put tilak. Without tilak, you cannot do anything. First Vaishnava's rule, many times when you took birth, after birth, she must put tilak. Without tilak, he cannot do worship deity, cannot cooking for Krishna, cannot chanting holy name, cannot chanting this Gayatri mantra. So Mahaprabhu, once Mahaprabhu and teacher, one student without tilak came class, Mahaprabhu kicked to him. Well, you cannot sit in my classes. So go, first put tilak, then chanting this Guru mantra, then you can come class, my class. Махарадж говорит, что без тилака нельзя ни поклоняться божествам, ни киртаны петь, ни махамантру читать, ни гаитри мантры делать, ни готовить для божеств. Поэтому первоочередное правило для каждого вайшнава – это после того, когда вы помылись в ванне, на тело ставятся тилаки. Махапрабху однажды, когда увидел, что к нему пришел один из учеников без тилаки, он просто его прогнал и сказал, что пока ты не поставишь тилаку, не прочтешь свои мантры, ты не можешь приходить на мои лекции. And also, you know, that try wake up early morning, not like, oh, night time looking some movie, 2-1 o'clock, sleep the late and wake up, you know, 9-10 o'clock. Well, no, this is not a proper Vaishnava's behavior. This is not. Не нужно вайшнавам, нужно просыпаться рано. Неправильно вести, если вы до часу, до двух смотрите там в телевизор, а потом просыпаетесь 9-10 часов. Это не вайшнавская жизнь. Это if you get up at 9-10 o'clock, it's not Vaishnava behavior. Yeah. So you know, so Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada told, I am this Nikunja Mandir, Goloka Vrindavan Nikunja Mandir, I manifested here this material world. Tell this Gaudiya Math and my all grihastha devotee, they are not house. This is the Goloka Vrindavan, this Nikunja Mandiri, I am manifested here. Mm-hmm. Prabhupada told. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada сказал, что установив здесь порядок Гаудия Матха, правила Гаудия Матха, как просыпаются, что делают в течение дня. Эти правила, Прабхупада говорит, я установил здесь Никунджа Мандир таким образом. То, что делают Манджари в Никунджи. Он говорит, все мои ученики грехасти, они живут не в материальном мире, они живут в Никунджи. То есть очень важно, чтобы в своем доме был свой Гаудия Мат со всеми правилами Гаудия Матха. Yeah. So Prabhupada, he told, when this is the practice center, like this, if you're nice practice, then what happening? You got very nice job. So Prabhupada told, this is the practice center, you know, if very nicely practice here, then Goloka Vrindavan get very nice service, Radharani service. If you fail here, how possible go to there? Prabhupada говорит, вот, как здесь, каждый в своем Гаудия Матхе, в своем Никунджа Мандире, это является подготовкой, обучением, обучительным процессом для того, чтобы потом получить хорошую работу. Если вы хотите получить хорошую работу на Голоке Вриндаване, хорошее служение, как же это можно сделать, если вы здесь ничего как бы не практикуете? Yes, so Prabhupada told, what is the going there, you know, I am everything in doing here. Like this, here we are Mangalarati. Yeah. What is the Mangalarati? Mangalarati meaning when Radha Krishna sleeping in the Kunja, in the Nikunja they are asleep. You are singing, our Paramagurudev is writing, Mangala Sri Guru Gaura,
Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Yogala Piriti. Yeah? Mangala Nisanta Lila, Mangala Udhaye, Mangala Arati Jage, Bhakata Hridaye. Yeah? This is writing. This thing is the, when this is telling Mangala Nisanta Lila. This is the Nisanta Lila. Nisanta meaning now night, darkness finishing. Darkness finishing. This is the Nisanta. This is the Nisanta Lila. Now Radha Krishna sleep there. Now Nikunja. Now Radharani go to Jabat. Krishna return to Nandagam. But anybody don't know Radha Krishna sleep there. When Jatila Kutla wake up, there's oh my daughter-in-law sleep in my house. And when Mother Yashoda wake up, there, oh my Lala is asleep here. Yeah, this. So anybody don't understand before they are reached there, this is the Mangalarati. Yeah, this is the Mangalarati. So not like this doing Mangalarati night, 9 o'clock, 10 o'clock. No, this is the Mangalarati. Он говорит, например, если взять Мангаларти. Прабхупада сказал, что все то, что происходит там, в Никунджи, я все это установил здесь, чтобы подготовиться к знанию. Он говорит, когда там в Никунджи во время Нишанта Лилы Рада и Кришна спят, Нишанта обозначает конец ночи, когда закончилась ночь, и вот сейчас начнется утро. В этот момент нужно разбудить Раду и Кришну, нужно их одеть, нужно их отправить, подготовить. Одного Радвику надо привести в Явата Кришна, чтобы ушел в Нандагаон, потому что никто не подозревает, что они находятся сейчас здесь. Когда Джатила утром приходит в комнату Радыки, она смотрит, о, Радыка здесь спит, а когда Кришну мама Яшода находит в Нандагаоне, он говорит, о, Кришна тоже тут со мной. Поэтому Парам Гурудев все это описывает в Мангала Арати, Мангала Шигуру Гоура. Поэтому очень важно делать Мангалу Арати с этим настроением в то время, тем самым подготавливая свое сознание. Вот это и есть Мангаларати, а Мангаларати в 9-10 часов это не Мангаларати вообще. So necessary, you know, so necessary, even earlier sleeping, morning time, wake up, you know, wake up morning time and first you took bath, after you took bath, you first our duty is to put tilak, not one place. 12 place fast put tilak and established by this mantra, you know, and chant Gangesh Jamunicha Godavari and Gangesh Jamunicha Godavari and Namo Abhavitra Pavitra Nesari, chant these two slok and Achman establish tilak and then you can chant your Guru mantra. И Махарадж в сотый тысячный раз говорит о том, что после того, когда помылись, поставить нужно тилаку не на одно место, а на 12 частей тела. Нарисовали тилаки. Дальше. Сели для прочтения мантры. Повторили две мантры. Одна, которая призывает в это место все священные воды. Вторая мантра, которая очищает вас внутри и снаружи. Павитра, павитрава. После этого проставляем божества в эти тилаки и повторяем свои мантры. Yeah. So the mantra, then doing them arati, you know, you sing this arati, Mangala Sri Guru Gaura, and doing this Tulasi Parikama, you know, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, this kirtan. If only doing one kirtan, then you remembering all Krishna's pastime. You know, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. So Rupa Goswami told, if you do bhajan, you stay in Vrindavan. Telling, how can you stay in Vrindavan? I am staying in Russia, my wife, my children, my house here. Telling Vrindavan, staying how possible? Telling, you can stay in mind. How till mind? If you singing this song, Jai Radha, Jai Krishna, Hari Hari Namo Krishna. You know, they are all Vrindavan, all Vaishnava Radha Krishna, Jamuna, Radha Kunda, Siyam Kunda, Giriraj, all names they are telling. If you doing this kirtan, and doing Mangala Arati, this kirtan, and follow limbs of bhakti, you are not staying Russia, you are staying Vrindavan. И Махарадж говорит о том, после этого нужно сделать Мангала Арати и обязательно обойти вокруг Туласи каждый день с песней Джай Рады, Джай Кришна, Джай Вриндавана, потому что это настолько чудесная песня, что даст вам благо того, что вы
вспоминаете всех спутников Рады и Кришны во Вриндаване. Рупа Госвами говорит, нужно жить во Вриндаване. Но как же это возможно? Мой дом здесь, моя жена здесь, мои дети здесь. А вот так возможно, когда мы поем эту песню, то мы фактически находимся во Вриндаване своим умом. Yeah. So necessary, no? Minimum 1 hour morning time you can give to this bhakti. Поэтому один час своего утра выделите для бхакти. Yeah. Then whole day you can do your own business, own work. What you can do? You thinking you are doing Krishna seva, devotee heart there to pursue Krishna, this Krishna. But necessary morning time you can give some fixed time. This time I can do this. Then you saw. Your bhakti never coming any down, never, never coming down. And if they follow only 1 hour, you are chanting some round there many times, doing Mangalar, this kirtan, and if some bhakti scripture, you know, it gives them. Then what happened? The morning time, Gurudev gave example, your Paramo Gurudev, like this watch, you know, watch. Before watch, there are some bind, what telling you? Binding. They gave the, what happened? This 24 walking. Again, next day, again binding. Like this morning time, 1 hour if you gave, then you saw this impression came to your mind, then your mind was very nice. Then never your bhakti came down, never, never. Таким образом, если вы выделите каждый день, сделайте своей ежедневной практикой, будете выделять как минимум этот час своего времени на утро, вы чем бы потом в течение дня всего не занимались, какими сегодня, вы будете при этом чувствовать себя вайшнавом. А это очень важно в восприятии окружающего мира. Тогда вы сможете действительно посвящать эту деятельность Кришне, чувствуя себя вайшнавом. Это правильное использование этого тела, потому что ночью оно, все сознание, оно оскверняется. И утром нужно, как вот Махарадж говорит, вот как раньше были часы, которые заводятся, надо было завести для того, чтобы они сутки проработали. Вот точно так же надо утром завести свое сознание о том, чтобы, несмотря на то, что мы еще пока не вайшнавы, но мы следуем этой практике, то есть мы уже будем чувствовать себя вайшнавом, и можно весь день прожить по-вайшнавски. Harsha? Yeah. So he telling, yeah, now Chinna and Hare Krishna. So telling, somebody, you know, saw somebody telling this Hari Nama Kshara Dharana. Somebody, you know, you are to Tilak, somebody else is Hare Krishna Mahamudra, Nityananda Mahaprabhu, their name also somebody put this, the cast somebody, somebody also. Также очень благоприятно украшать свои, ну, Рупа Госвами выделяет в отдельную тилакам, или кто-то любит писать имена Рады, Кришны на теле, Нитянанды, Махапрабху. А тату из аспишестуду? Тату из аспишестуду? Тату, it means permanent pictures, Rada and Krishna and this and that. Yeah, no problem. Hare Krishna, here telling, you know, always you are accept to Krishna's nirmala, meaning prasad. This meaning, when you are take accept anything, you try offer to Krishna. Without offering anything, you cannot accept. Далее, следующая Рупа Госвами выделяет, что все, что вы принимаете, должно быть прасадом Рады и Кришны. И ничего кроме этого. То есть все, что к вам попадает в руки, вы должны предлагать Рады и Кришне. И еда ли это, одежда ли это, машина ли, дом, все что угодно. Yes, sometimes what happens when you go outside, you know? Outside sometimes when you go, how buy something, eat, that time what doing? Our Kanthi Mala, you touch there. If not Kanthi Mala touch there, you can chanting Vrindai, Tulasi Devai, Priyai, Kesava, Sacha, Krishna, Bhakti, Pradev, Shatra. This mantra chanting, and then Hare Krishna chanting, without this Mool Mantra, Krishna, you can chanting this mantra. And mindly you can offering and accept. Если мы предлагаем это наружу, где с нами нет изображения Кришны, то это делается либо прикоснувшись к Кантималам, ты предлагаешь это Кришне с Туласи, либо ты читаешь мантру Вриндай Туласи Девай, что не отлично от Туласи Деви, либо предлагаешь это с Гопал мантрой. And like this until he are telling. Лекарства от поноса не надо предлагать Кришне. And he are telling like this, you are bringing some new cloth in your house. Yeah, bring some new cloth,
this new cloth, first you can touch the Krishna's lotus feet. Yeah, touch this Krishna's lotus feet, and sometime you are offering some Krishna mala, prasad mala, sometime this food to your neck after prasad also, why this prasad, and when give some chandan to Krishna, if some left chandan, you can put this some chandan to Sigan, and some saint you can give, maybe some prasad, you know. So this is the Uddhava tale to Krishna. Oh Krishna, how you can free of this maya? Well, I am accept your all prasad, so easily I am crush this maya. Why? Everything I am accept your prasad. Махарадж сейчас это отдельно выделил про одежду, то есть когда вы, у вас попадает к вам новая одежда, то вы должны ее предлагать сначала Раде Кришне. Однажды Кришна спросила Удава: Удава, как удается пересечь эту майю, как тебе удается быть вне иллюзии наваждения? И Удава сказал, что все, что я принимаю от жизни, я все принимаю как твой прасадом. Such telling is the, and also do dance the front of this deity, also dancing. This is the one limbs of bhakti. Rupa Goswami выделяет следующим пунктом необходимость танцевать перед божествами. Here telling one slok, you know, Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami right there. If somebody very nice mood, if some dance in the front of deity, what is the fruit he are telling? Sabhi papa, if they are very live and live, there are some sinful activities here. But if dance in front of deity, this all sinful activities finishing. Rupa Goswami говорит, если вы действительно с хорошим настроением, ну, с любовью, наверное, подразумевается, будешь танцевать перед божествами, то есть не для людей, а перед божествами. Это может быть как одна в комнате перед божествами, так и в большой группе людей, то когда Рупа Госвами говорит, когда ты танцуешь перед божествами, настолько довольны, что вся твоя греховная деятельность сразу уходит. Yeah. За многие жизни назад. And Gurudev always telling this story, how this rat going to drink this oil, and how this mauta, this fire, you know, this fire, mm-hmm. how they dance, can tell this story. Так Гурудев часто рассказывает историю об одном мышонке. Однажды ночью поставили лампадку перед божествами, и фитилек, который был, торчал в ги. И прибежал мышонок и стал пить это ги. От того, что эта лампадка горела, у него подожглись усики, он вспыхнул, и от ужаса, от боли он стал прыгать перед божествами. Божества приняли это как танец, и тогда в следующей жизни этот мышонок родился принцессой, и уже с самого рождения она была склонна совершать баджану, танцевать перед божествами. Yeah. So this is the unknowingly you do pranam, this is the fruit, you know. If some knowingly doing pranam, Krishna gives so much, you know. Даже если без unknowingly, this is the doing the dance. Он говорит, даже если бессознательно, неумышленно ты танцуешь перед божествами, ты получаешь такие плоды. А что говорить о том, что когда ты танцуешь для божеств? Yeah, then is the dandavat pranam. Yeah, they're always front of deity. They are telling to pranam two kind of pranam. One is the man, he is the sashtang. He is telling sashtang. Sashtang meaning your six ang touch this earth. And this ladies, they are telling only panchanga. Five limbs, you know, five there, only ladies fall. So here Sri Rupa Goswami quoted some slok, you know, Bhakti Rasamrita Sindhu, he quoted some slok. If somebody one time he doing pranam to Krishna, then what happening? Asamedha jagya sabhi jobs, even one kind of asamedha jagya, if telling 100 asamedha jagya become Indra, if somebody doing pranam to Krishna, will this asamedha jagya, 1000 asamedha jagya also cannot equal to the, if somebody one time doing pranam to Krishna. Далее Рупа Госвами объясняет, как делать поклоны для Кришны. Он говорит, что мужчинам нужно делать шаштанга дандават пранам, то есть они когда они ложатся полностью на землю, всеми частями тела, а женщина, она делает полупоклон,
То есть, когда оно приседает и делает поклоне, это правильно называют Рупа Госвами. И Рупа Госвами говорит, что если сравнивать это такой поклон, когда ты делаешь для Кришны с Ашвамедхи Яги, который дает тебе пост Индры, то он не может сравниться с тем, как Кришна принимает поклон, чем Ашвамедхи Яги. And also telling, Jam Maharaj telling this dut, you know, the messenger. If somebody is doing pranam to one time Krishna, you don't bring to me that person. И Ямарадж то же самое говорит. Один из махаджан говорит, если вы увидели, что кто-то предложил поклон Кришне, к этого человека ко мне не приводить. And another scripture telling, sakrit pranam Krishna se matistan pivadanai. If one time doing pranam to Krishna, again he did not come to womb of mother, not drink to bring milk. Wait, is it? В одной из Пурани говорится о том, что если человек хотя бы раз в своей жизни делает поклон Кришне, он уже больше не появляется в животе от следующей матери. Yeah, so like this, when you go sometime outside, yeah, and must you can do pranam to Krishna, then go outside. And when you come in front of deity Krishna, you must do pranam. Why? He is the supreme personal Godhead. So and when you go outside doing pranam, and telling, oh Krishna, I am going to outside, you know, for your seva, so you can save me, I can go nicely and return. If you doing, you go outside, if you come to long distance you go, then you must do pranam and give Jayadhani and remove Rindrishringadev, Giriraj Maharaj, oh, my everything became successful. If you going like this, your everything will be nice. Every work makes successful. Why? You do pranam and do keep Jayadhani and go there. Нужно сделать за правило о том, что когда вы входите в комнату с божествами, нужно поклониться. Когда вы выходите из комнаты с божествами, нужно поклониться. Когда вы уходите на улицу по делам, на работу, нужно обращаться к Кришне о том, что Кришна, я сейчас уйду ради твоего служения. И, пожалуйста, защити меня, охраняй меня в течение дня. И когда мы возвращаемся, мы опять кланяемся Кришне. А когда мы уезжаем в какую-нибудь длительную поездку, то мы читаем Джайва Двани, до этого вспоминаем, молим о помощи Гирираджа Говардана и Нарасимху. И тогда эта поездка, эти дела будут успешные. Хорошо? Последнее откуда? Когда мы выходим на дальнюю поездку, мы читаем Джайва Двани, также обращаемся к Гирираджу Махараджу и к Нарасимхе о защите. И тогда наша поездка будет успешна. And then till Abhyuthan. Abhyuthan meaning is the when some Vaishnava is coming, when some Krishna is, you know, opening this door, necessarily you can stand up, give to proper respect to Krishna, Guru, Vaishnavas when coming, and stand up doing pranam. Not opening this deity room, you are sit down, no, you are wake up and doing pranam. And теперь о правильном этикете отношения к Вайшнавам и к божествам. Примерно одинаковые. То есть, когда входит вайшнав, то нужно, нельзя сидеть просто при этом, нужно обязательно встать, поприветствовать его, поклониться ему. Когда открывают божества, нужно обязательно сделать ему поклон, а не так, что равнодушно смотреть, как открывают, закрывают божества. And telling Anubraja, Anubraja meaning, if somebody Krishna is like this going palokin, you know, going some so necessary can follow. If some Vaishnava is coming, some Gurudev comes to your house, so when they are left, must you can some distance you can follow to behind, you know. They are giving huge stick, maybe some when they are turned some streak, maybe some say river, some lake, until you can go to there. Until you go to there. Такое же одинаковое правило к божествам и к вайшнавам, когда, например, на паланкине несут божества. Вам нужно поклониться им и исследовать какое-то расстояние за ними. Когда к вам в дом приходит какой-то вайшнав, вам нужно пойти встретить его и тоже следовать за ним. И когда, например, божество уходит или вайшнав выходит, вам тоже нужно определенное время пройти, проводить его. Вот как в писаниях описано, то до какой-нибудь реки или до озера. Таким образом.
And murti sthan mein gaman, you know, if some deities like this, some house you are going, like say, Vrindavan going, Navadvip going, Krishna, so here some deities you are go to take darshan, like Govinda Gopinath, Madan Mohan, you are take go and go to darshan, you can go and drink darshan. И если мы приходим на какое-то место игр Кришны, нужно обязательно зайти в храм Кришны и преклониться там перед Ним. And also doing parikrama, yeah, every day, like this, every day you are doing tulasi parikrama, mandiri parikrama, yeah, Vaishnava, Guru Vaishnava parikrama, like morning time you are doing this parikrama, necessary Govardhana parikrama, this Vrindavana parikrama, scripture telling you doing parikrama, you know, when do parikrama, what happening? Telling, never you can come down this material world, you know. Все эти парикрамы очень нужны. Туласи парикрамы, Гирираджи парикрамы, Враджамандала парикрамы. Потому что когда вы совершаете эти парикрамы, останавливается вас круговорот рождения и смерти. In our Indian culture, when their husband and wife they are doing marriage, you know, to marriage, husband and wife 7 times doing parikrama. You know, Clockwise. Yes, they are ulta like this doing parikrama. They are seven times doing parikrama, meaning you are 7 lives you are staying together. You know, they are not left each other. Our Indian culture is something, you know. Yes. But this is the like this parikrama. But when the temple parikrama like this, you know, this yes. Meaning you are binding this material wall. This, but now you are opening. When you know opening, bind. If you opening what happened? This like this. Mm-hmm. Meaning this material bind. You can do open. Doing parikrama meaning our material existence and this binding completely mm-hmm. free. Говорят, когда в Индии проходят браки, церемонии брачные, тогда против часовой стрелки муж с женой обходят вокруг огня, тем самым огонь, тем самым они будут 7 жизней вместе находиться. Их будут связывать узы кармические. Когда мы проходим вокруг божеств по часовой стрелке, это значит, что мы, наоборот, мы развязываемся, наши оковы развязываются от материального мира. Yeah, and then is the you can worship to deity, you can archan to deity. You know, there archan to deity, gandha, puspa, deep, you know. Every day like this, you are doing arati, you know, this is the gandha puspa necessary, every day you can worship to deity. И очень важно каждому вайшнаву дома совершать арчану, поклоняться божествам, либо изображению. Yeah, so, you know, this is deity, why came this world, this is deity? So this name is the this is archa vigraha, why Krishna he manifested this world? For us, how you can get this service and to benefit. So necessary, everybody this own house keep, if deity nice, not without this Radha Krishna picture, keep the Radha Krishna picture, this house. Он говорит, почему, а что такое арчана? Почему Господь появляется перед нами в виде божеств? Ему не нужна эта форма, кроме как для того, чтобы сделать для нас возможность, дать нам возможность поклоняться, проводить поклонение Ему. Поэтому у всех вайшнавов должны использовать эту возможность. У всех вайшнавов должны быть либо божества, либо изображения, в котором они будут поклоняться Раде и Кришне. So Puran explain why this Krishna he manifested this deity. What is the reason? Пуранах описывается история, как Кришна появляется в качестве божества. Yeah, there is a behind some story. Before I told this story, every somebody remembering? Кто-нибудь помнит эту историю? Я раньше ее рассказывал. Remembering anybody? Why Krishna he came this world, this deity's form? Anybody know? Family problem, yeah. Huh? Family problem, no? Кто-нибудь помнит эту историю? Вот юбка поднимается, ага. Нет, Вишнудайта Махарадж рассказывала. What? No, she remembered story that Вишнудайта Махарадж told that one day Мадхавачарья, Мадхаватирта gave one deity to the disciples. It's another story. So, you know, once Narada, he came this world, and when he came this world, and he go to everybody, asking, how are you?
outside, okay. But when asking, well, inside, how are you? Anybody saw not any happiness. Everybody disturbed this wall. You know, koi tan, koi man se, koi dhan se, and koi wife se, koi husband se, koi santan, children, first children, why some job, somebody, how, every, there is so much suffering. Anybody cannot saw this material wall, their happiness. Everybody suffering, sansara, dava, nada lidha loko, no anybody happiness in this wall. Однажды Нарада ходил по домам и расспрашивал людей: «Вы счастливы, люди?» Вот. Люди говорили: «Да, мы счастливы». Но это внешне не так говорили. Да, мы обычно любим говорить: «Да, у нас все замечательно». Но на самом деле у нас много нерешенных проблем, которые не дают нам спокойно жить. Проблемы с женой, с мужем, с детьми, с долгами, с болезнью, с тем. You tell nicely, you can tell, I am telling Satkat, why? I know so you are everything. So I give some hint, you try telling nicely. So when Narada, he went to Vaikuntha there, so Narayana is so happy, you know, sleep on the Anandanag, Lakshmi, they're doing massage, lotus feet, and Narayana, you know, very sweet, smiling, demigod, they are doing prayer, they're so much happy, the Narayana. И тогда Нарада, разочарованный о том, что люди несчастливы, хотя внешне обманывают о том, что они счастливы, пошел на Вайкунху за помощью, увидел Нараяна там отдыхает, лежит на этом наги, супруга массирует ему стопы, он в блаженстве дремлет, вокруг полубоги стоят, все ему поют, развлекают его. So now Narada tell, oh Prabhu, you created this material world. Everybody they are disturbed, everybody anabi, like the heinous planet. Yeah, they are suffering, and you are very happy to hear. Yeah, then Narayana tell you what you want. Well, Prabhu, when somebody become happy, unless and until they are not happiness, when not cannot worship to you, not doing bhajan to you, anybody not happiness. So kindly you gave to them some service. When they are doing your service, then they are become happiness there. И тогда Нарада обратился к Нараяне: «Господин, ну как же вы можете на все это смотреть? Там люди так мучаются, просто ад сплошной, а вы тут отдыхаете, наслаждаетесь». Нарада говорит: «Ну что я могу сделать?» Нарада говорит: «Я же знаю, что они не станут счастливыми, пока они не обретут служение вам, поэтому вы должны что-то сделать для этого». So our scripture, Vishwanath Chakravarti gave example. He gave a nice example. When you are decorate your own body, you know, own body, when you stand up the front of this mirror, then you saw how you decorate your body, mirror, his reflection came, you know, as like decorate this reflection. Mm-hmm. You no need to, you know, decorate this, you know, this shadow. Only you can decorate your own body. Mm-hmm. Like this, Vishwanath Chakravarti Thakur told, when you decorate to Krishna, very nicely doing Sringar, Puja, then what happening? He the original, like this original form of this. No need to your shadow make some decorate. Only this body you can decorate easily. This is the shadow make them decorate. Like this, who is the original? Original is the Krishna. Yeah. And when you decorate him, nice fair to him, nice worship to him, this is the shadow of our body. This is the original. Then yourself easily you are make the okay. Easier make them decorate. Easily, no need to your body always look nice. Mirror stand up, how to decorate, how this, that, no need. Telling you to try to decorate Krishna, why he is the original. So when you do Sringar to Krishna, doing service to Krishna, easily our life, easily make happiness, easily. Uh-huh. И Нарада просил его, чтобы он пришел как божество, чтобы подарить людям служение. Вишванатха Чакраварти Такур описывает, в чем смысл этого служения. Он говорит: вот так же, когда если вы наденете на себя все эти украшения, дорогие наряды, подойдете к зеркалу, вы увидите там свое отражение полностью тоже наряженное в украшениях, красивое. О, вот точно так же, для этого, и для этого не нужно отдельно изображение
изображение украшать, это отражение. Главное, это на самое главное, это на основное тело, на источник нанести все это, одеть. И подобным образом, если человек служит божествам, если он предлагает ему пищу, если он его красиво одевает, он ему служит, он его сандаловая паста, он ему предлагает. Если человек начинает служить божествам, вот это вот то же самое, что одевать себя, потому что вот это и есть ты, твоя сущность, твой источник. Если ты начинаешь служить Кришне, то все это автоматически будет приходить в твой дом. То есть все это благополучие, все красота, здоровье, все остальное. Окей. Духовное. So now everybody sleeping now. Все говорит засыпают уже. Сейчас меня объявят. You are telling like this one sleeper person telling. So you are telling power, so everybody wake up. Я виновата в том, что плохо. Hare Krishna. Hare Krishna. So, here, I finished this story. Why Krishna he came this world? Итак, я закончил эту историю, почему Кришна пришел в этот мир. Okay, after I remember listening nicely. Запомните это, потом я спрошу это. Okay, now what happening? Narada tell, oh Prabhu, when somebody not worship or do puja to you, he cannot have not understand happiness. So you can come this material world and give to service to somebody. Then Narayana tell, I am even this Vaikuntha, well, Prabhu, Vaikuntha, anybody don't know where is the Vaikuntha. Mm-hmm. So it comes some down. Well, oh, I am another form is the Rama Vaikuntha, Rama. This material world. Well, anybody don't know what is the Rama Vaikuntha. Well, comes some close. Well, I am already the heavenly planet. Well, Prabhu, heavenly planet. Everybody listen is some heavenly planet. But anybody don't saw the heavenly planet. Well, I am there. Well, where? But everybody heard of everybody. I am sit there. Well, you have sit the everybody heart, but there is the tatastha. You know, you are not involved anywhere. Anybody don't know. You are came such a form, everybody can take darshan of you, service to you, offer to prasad you, and get this service, then everybody life successful. Then Krishna, he take the form of this deity and appear this world. Narada Muni стал уговаривать его, Прабху, господин, вы ведь должны появиться. Вы должны появиться в материальном виде, чтобы у людей была возможность послужить вам. Нарайана говорит, ну я и так нахожусь в материальном мире, там есть моя планета Рама Вайкунха, я там и так нахожусь вроде со всеми. Нарада говорит, ну никто и не знает про эту Раму Вайкунху, как они там будут кому-то поклоняться. Но надо еще ниже, ближе быть к людям. Он говорит, ну ладно, ну я еще и на сварге вообще-то, как у Пендры нахожусь. Ну и кто видит эту сваргу, никто не видит эту сваргу, надо еще ближе, говорит, к людям находиться. Нарайана говорит, ну я же в сердце еще у каждого нахожусь. Нарада говорит, да, говорит, и вы там абсолютно нейтральны, вас даже не заметить в этом сердце. Как они будут вам поклоняться? Вам нужно прийти в такой форме, чтобы они видели своими глазами, чтобы они могли потрогать и начать вам служить. И вот тогда он приходит как божество. What божество? Божество дейти. Then what did I tell? After? And then he said that you need to come to the to the human being then, like deity, then they can see you. Krishna he came here anytime take darshan, anytime offering prasad, anytime to decorate him. You can do to Krishna service. Narada говорит, тогда вот если вы придете как божества, то они смогут вам предлагать пищу, они могут вас кормить, могут вас наряжать, могут вам кланяться. Тогда они у них будет это настроение служения. Yeah, so Krishna is so become so close to us, you know, so close to us. Very difficult to take darshan of Krishna. Very, very difficult to big estate person, to be great estate, you cannot take darshan. But Krishna, now offering prasad, Krishna gave prasad to us. When you want Krishna decorate us. When do arati, doing arati us. When you want, you can do everything. So telling this deity's form is the merciful form. This is merciful form. Кришна, он пришел так близко к нам. Он так далеко находится от нас, но пришел к нам так близко для того, чтобы у нас была возможность предлагать ему пищу, чтобы видеть его, чтобы поклоняться ему. Таким вот, и божества — это милосердная форма Кришны. Yeah, now. Telling like this, if sometime, you know, telling this form is the
Bole Sri Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. You know, this deity telling this is the merciful form. This is the merciful form. Yeah, this is the merciful form. Meaning, if one time gave to Prasad, Krishna not telling why you gave one time, not gave two times, one not gave three, four times, he's not asking. If the cold season, he are feeling so cold, he told telling, oh, give me cloth, I am, you know, so much cold. If summer season, he did not telling what to fanning me. He cannot sleep, well, I am not sleep. It never, when, what you want, he can do to this Krishna. He never asking anything. Почему Кришна, это называется милостивый образ Кришны? Потому что Кришна там все, любое наше отношение несовершенно. Говорит, покормили один раз в день, ну ладно, он один раз привет, будет стоять голодный. Например, если холодно на улице, ну, одежду не пригласили теплую, он будет стоять, мерзнуть, ничего не скажет. Если на улице жарко, ну, не омахивает его опахалом, он и в таком виде как бы все терпит. То есть это чисто для того, чтобы дать нам просто возможность послужить себе. Yes, and when by love affection, when you do serve to Krishna, by your love affection, he also speak with you, you know. Directly he can talking with you. If by love affection you do service to Krishna. А если он почувствует вашу любовь к себе, настоящую любовь, то тогда он будет с вами разговаривать, тогда он просто проявит себя. Yeah, you know, once what happening, one brigadier, you know, who he going four five people going, this is the helicopter, what this is the burnt, and then he the fall down. Then this brigadier telling, oh, very difficult now, save now. That time he remembered Krishna, oh Krishna, only this time only can save to me. Then he fall down, after 3 days he coming sense. When he saw this hospital, then another person will ever die. Now he think, if somebody die, how can alive? He understand, remember Krishna, Krishna save me. Then he cancel this all, you know, this job and come Vrindavan, take Radha Krishna deity, why Krishna gave life me, now our life gave to Krishna service. Now he's doing service Krishna, nice singing, Kirtan, Nartam Das Thakur, Radha Krishna, Pranamura, Jugal, Kishwar. Once, what happening, he always this whole energy gave to Krishna, why Krishna gave life me. Now, what happening, this is the cold season, now anyhow he the forget, you know, this close this window, and he cover this is the, you know, this is the what, cloth, this is the warm cloth, you know. And when he go, then Krishna night time he gives give dream. Oh, today I am feeling so cold. You did not give this proper, you know, Rajai not gave me. You don't close. Window coming very cold wind. I cannot sleep. He wake up in midnight. This is the prayer I not gave. Close this door. He forget some how he go very quickly. Then he wake up. This is the prayer. Then he's weeping, oh Krishna, he was feeling cold. Then Krishna, our scripture telling, if I love affection you're doing Krishna service, Krishna everything accept and taking with you, Krishna. Был один летчик, который летел на самолете, и так получилось, что была катастрофа, и самолет падал. И этот летчик, он в Вайшнау, он услышал о Кришне, и он стал молиться Кришне, пожалуйста, Кришна, никогда тебя ни о чем не просил, пожалуйста, спаси мою жизнь. И когда он через 3 дня очнулся, он очнулся уже в больнице под наблюдением врачей и узнал, что тот самолет рухнул, все люди мертвы, и только он один спасся. После этого он уже решил, его вера стала крепкой, он понял, что это только Кришна мог сделать, он оставил свою работу, он уехал в Индию, стал поклоняться божествам Рады и Кришны. И однажды при поклонении так получилось, что он, когда пошел спать, он просто забыл закрыть окно. И ночью ему приснился сон. Кришна пришел во сне и сказал, ну вот, сегодня я совсем не могу заснуть, потому что на мне нет теплых одежд, и ты забыл закрыть окно. Мне очень холодно. Этот летчик проснулся, побежал смотреть, действительно окно открыто. Он говорит, Кришна, я тебе столько беспокойства как бы доставляю. Тебе ведь на самом деле холодно, оказывается.
И вот он как бы стал служить ему. When you are worship, you can himself you realize this thing. If very love affection, you worship this deity, very very love affection, you everything doing service to him. So here telling how you can worship deity like this warm time warm cloth, and here is the winter time winter cloth, summer time summer cloth, summer food like this you know, like this your look your but like this doing service Krishna. You himself realizes this thing. Krishna's mood sometimes changing. You looking for sometime Krishna weeping, sometime laughing, sometime happiness. Himself you realize this thing. Вы все можете получить этот опыт, если у вас будут божества изображения, когда вы будете с любовью ухаживать за ними, когда вы будете готовить для них, когда вы будете их надевать их в теплой одежде зимой или когда летом и как-то давать им что-то прохладное, вы будете замечать о том, что они реагируют на вас по-другому, о том, что они иногда улыбаются вам, иногда они там обиделись на что-то, иногда серьезны на что-то. So our India, you know, writing one very nice. Кои кэхте хэ Бхагаван, ате нэхи, Драупади жэйсэ тум булате нэхи. Кои кэхте хэ Бхагаван, кате нэхи, Савари жэйсэ тум килате нэхи. You know, they are very nice song they are. When fight it like me, well, somebody telling, oh, Krishna not eating. Well, Krishna, you can if you have some this savari meaning this is the savari, you know, this is he become like this savari. How he by love affection he gave to Ram Lakshman, he gave to Ramanet first eat this food, this is savarna sweet, first eat and fed to Ram very very nicely eat this thing. Why? This is the devotee he gave by love affection. So lesser you are like this love affection. В Индии есть такая песня, вот, которую Махарадж сейчас пропел. Вот, Кришна не ест у тебя, а если у тебя такая любовь, как у Шабари, была одна женщина в лесу в Рамалилах, она всю жизнь ждала Господа Рамы и надкусывала, так она была слепа, и она, смотрит, чтобы зрела, надкусывала плоды и самые сладкие оставляла Господу Раму. И Рама был очень счастлив есть эти откушенные, покусанные эти плоды. Почему? Потому что в этом заключалась ее любовь, забота. Он говорит, если кто-то жалуется, о, Кришна, у меня ничего не ест, а если у тебя такая любовь какой-то с женщиной Сабари? Yeah, somebody telling, oh, Krishna never came. I calling many times, Krishna never come. But calling like this Draupadi, then he coming. How Draupadi, he, you know, he left everybody first. He think maybe a husband protect. Then he think my Gurujan protect. Then he think maybe, you know, maybe myself I protect. But when he said nobody protect, then two hand doing like this. Oh, Krishna, only you are protect me, not any this material world, you know. Then Krishna, he appeared and gave this cloth. А если мы иногда расстраиваемся, о, Кришна меня не слышит, то как кричим ли мы, взываем мы к нему так же, как Драупади? Драупади, она сначала надеялась на своих мужей, мужья они не смогли ее защитить. Она надеялась на своих учителей, но учителя тоже не смогли ее защитить. Она надеялась на свои силы, это тоже было напрасно. И потом она просто подняла руки к небу, говорила, Кришна, только ты мой единственный защитник. Yeah, somebody telling, oh, Krishna don't sleep. Well, you become my mother Jasoda, you know, how mother Jasoda so much love affection. Oh, my Lala whole day playing now, he's so much tired, necessary sleeping time. Oh, you are don't taking anything, my Lala is sleeping. If like this your mood, Krishna must sleep, Krishna. Если вы, например, расстраиваетесь, о, Кришна, у меня не спит по-настоящему, а любишь ли, заботишься ли о нем так, как мама Ишода? Мама Ишода, например, она всегда думает, о, Кришна, он сегодня такой безумный был, он столько наигрался, он столько сил потратил, ему нужно обязательно восстановиться, хорошо отдохнуть. Она не разрешает дома никому не разговаривать, когда Кришна спит. Так же ли вы заботитесь о Кришне, когда Кришна спит? Yes, somebody tell you, Krishna don't dance. Well, yes, Krishna dance, you become like this gopi, then he can dance. Sometimes telling gopi, oh, Kanhaiya, I gave you laddu, can you dance? Then Krishna doing like this and try to start to dance, you know, this
Далее в песне поется: «О, Кришна не танцует, Кришна не танцует, Кришна самый лучший танцор. Чтобы увидеть, как Кришна танцует, тебе нужно танцевать, говорит, как гопи». Или как, например, гопи, они говорят: «Кришна, говорит, хочешь сладкое ладу? Вот танцуй тогда». Тогда Кришна становится в такие позы, начинает двигаться ради этого ладу. You know, this kirtan, they are devotee telling Krishna do everything, but for whom? When you are making devotee. Krishna делает все, но для кого? Для своих преданных. Bole Shri Krishna Kanhaiya Lal Ki. Yeah. Today, your evening time, celebrate Krishna's birth. Krishna took birth, okay? So everybody, you can become like this gopi, decorate nicely, put dress nicely, I'll buy, put nice dress. Всем сегодня приготовиться к дню рождения Кришны, чтобы все были нарядные. Будем сегодня праздновать, окей. And he possible, you know, they bring some chocolate, toffee, you know. И принесите какие-нибудь конфетки, чтобы устроить большой праздник. Сладости, шоколадки, то все. Хорошо. Ну, может быть, вот. Maharaj, you asked to remind you that somebody today didn't come for morning. They were sleeping. You asked to remind. Oh, Hare Krishna. Yes. I told some devotee, they are not coming to morning time Mangala Arati and chanting. They try come. Я сегодня попросил, чтобы мне напомнили отругать тех, кто не пришел на Мангаларати утром. Yes, so you know our Guru Varga keep this name is Mangalarati. Mangalarati, why they are give that name of Mangalarati? Наша Гуру Варга дала нам это правило Мангаларати. Почему оно Мангаларати называется? Yes. So you know what happening? The associates of Shankar, you know, they are morning time moving here and there. Always moving here and there, and after sunrise, if somebody sleep, they go and sit this head. In the head, this mind completely disturb mind. Whole day he cannot remember in Krishna. Uh-huh. So our Guru Varga keep this rule. You are wake up to Mangalarti. This Mangalarti not any sleeping time. Mangalarti during bhajan time. When somebody bhajan, this ghost cannot sit this mind, you know. Во время утра, когда встает солнце, Шанкара обходит свои владения, территории со своими слугами. И если он видит, что кто-то в это время спит, то он в качестве наказания отправляет одного из своих прислужных, и тот садится ему на голову и просто не дает покоя весь день. Его слугами являются всякие духи и привидения. Поэтому если вы в это время проспали, то вы просто не сможете сосредоточиться ни на Кришне, ни о вайшнавах, ни о чем хорошем, вам не дадут это. And our Ved telling, if somebody sleeping morning time, Lakshmi never come to this house. И Лакшми никогда не придет в дом того человека, кто утром спит. Yeah, Lakshmi should become very anabi. Можно if somebody sleeping the morning time. Лакшми это очень не нравится, она просто не придет в дом такого человека, потом только на себя можно обижаться. And this life become very unhappy life. И жизнь будет человека несчастная. Yeah. So our Guru Varga, you know, so everybody, so Prabhupada, you know, so Prabhupada told, I am bring this Golok Vrindavan to here. So this is the Nikunja, this telling my devotee's house, my temple there and the temple, this is Golok Vrindavan. You know, what is go there, I keep everything under rule and regulation here. Прабхупада, когда принес и установил Гаудия Амат, непременным условием он как раз поставил, чтобы просыпаться до восхода солнца и в это время заниматься уже духовной практикой. Это заниматься тем, что происходит в Никунджи, да, в духовном мире. Yeah. So, yes. If you necessary morning time, very wake up early and do limbs, follow all limbs of bhakti, then after you can sleep, no problem. After that time you can sleep, no problem. Вы можете спать в течение дня после, но вот это время, когда встает солнце, когда встало солнце, нужно обязательно дать на духовную практику. Потом лучше можете поспать. Yeah, like this, our Gaudiya Math, you know, Gaudiya Math, what happened there? Noon time after prasad, they are sleeping little bit sleeping. В Гаудия Матхе, например, часто вайшнавы выбирают время для сна, это после дневного прасада, там часик. Yes, so daytime little bit rest, no problem, but night, morning time never sleep.
Но не в это важное время спать. Хорошо? Yeah. Хорошо. And everybody try to come Mangal Arati. Всем нужно постараться приходить на Mangal Arati. Chanting, and you are that time you are try telling some Harikatha also. Тогда я все Харикатху даю и рассказываю о славе Святого имени. Не напрасно во время. What you do practice here? What practice here? You same thing when you return your house, doing same thing doing here. Then you not staying house, you staying Golok Vrindavan. И когда вы поживете здесь, поучитесь, у вас появятся новые привычки, склонности, вы вернетесь домой, вы уже сможете спокойно это продолжить. Хорошо. So Prabhupada told, if one life doing like this, I can take my Krishna, I take. Прабхупада принес сюда, установил этот Никунджа Мандир и сказал, что те, кто проживет жизнь свою таким образом, я их заберу к себе на Голоку. Hare Krishna, okay. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari, Bol. Okay, doing Arati? Okay.